Виталий Грин проживает по адресу Тихвинская, 24. Говорит, порядок во дворе и в доме начали наводить пару лет назад, когда за дело взялись сами жители. Их поддержала районная администрация. Совместными усилиями получилось заменить коммуникации, отремонтировать подъезды и благоустроить небольшой, но уютный дворик. Эта идея работает напрямую, потому что я сам участвовал во встречах с различными службами. Люди, которые хотят, чтобы их дом был уютным и все работало, они не специалисты, ни в пожарных службах, там нигде. Вот. А вот эти вот встречи напрямую, они очень серьезная поддержка. В Октябрьском районе 857 многоквартирных домов. Их председатели и просто активные жители в любой день могут обратиться за консультацией в районную администрацию. Периодически в Самаре проходят семинары-тренинги, на которых городские власти и представители ГЖИ отвечают на вопросы активистов и поясняют порядок обращений по тем или иным вопросам. Мы постараемся ему рассказать и пояснить, из чего формируется плата за жилье, какие полномочия есть у органов государственной жилищной инспекции, органов муниципальных, ну, в части помощи, оказания консультации советам МКД в их повседневной деятельности. Семинары для председателей МКД – это площадка, где самарцы обмениваются опытом и могут получить поддержку экспертов в области ЖКХ. Тренинги проходят по всему городу. Узнать о времени и месте следующей встречи можно, позвонив в администрацию своего района. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.